Избирательный участок был открыт в отделе образования, науки и культуры посольства Российской Федерации в Туркменистане, куда пришли граждане России, проживающие на данный момент на территории Туркменистана, чтобы проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Свой голос также отдал чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин. Прежде всего, хотел поздравить всех с сегодняшним праздником. Сегодня проходят выборы президента Российской Федерации. Все избирательные участки на территории Туркменистана, их 5, открылись вовремя. Все работают в штатном режиме. На данный момент, это на 10 часов, проголосовало уже более 300 избирателей. Я думаю, что явка будет достаточно высокой. Мы внимательно следим за этими показателями, отправляем в Москву. Так что будем ждать теперь 2 часов, когда будут новые цифры, буду готов их озвучить. Мы выражаем огромную признательность и благодарность местным властям, которые помогают нам и помогли в организации этих выборов, и в частности в регионах. Это они предоставили помещение, и там все тоже идет в штатном режиме, без каких-то отклонений от норм. Спасибо большое всем властям и в регионах, и центральным властям здесь, в Ашхабаде. Избирательные участки были также открыты во всех вилаятах Туркменистана. Голосование на выборах президента России продлится в стране до 20:00. Пользуясь возможностью со своей гражданской позиции, сегодня выступаю на выборах президента России. Со своей стороны хочу отметить, что выборы организованы грамотно, а также в процессе были оказываются людям и консульские услуги, что очень приятно. Пользуясь случаем, хочу поздравить предпринимателей Туркменистана, которые сегодня отмечают 16 лет, и будем работать на благо нашей страны.